И снова всем здорово, друзья мои. Давно не видели меня в ремонтной одежде, да? Так, рассказываю, все четко по порядку. Болты из круга все срезал, вот так вот они все избиты у меня. Болты почему-то стоят камазовские, я не знаю почему. Прицеп мазовский, круг мазовский, а болты камазовские. Хрен знает почему. Чем они отличаются, спросите вы. Сейчас покажу. А, вот, один-то круг, один болтик стоял мазовский. Вот чем отличаются. У мазовского шляпка на 22, ой, на 24. А у камазовского на 27. Что шляпка, что гайка. По длине они, видите, одинаковые. Ну, камазовские, мазовские, вот эти мазовские болты, они идут именно круг, болт круга мазовского. А на КамАЗе такие болты на 18, они идут разной длины. Бывают покороче, бывают подлиннее. Определенных таких вот, чтобы это был именно болт круга, по-моему, нет. Просто болт на 18 с посадочным местом и все. И на этом весь разговор закончен, друзья мои. Так что вот. Сюда бы, знаете что, вот на круг, сюда бы очень хорошо подошли башмачные болты. Блин, они были бы вообще классно. И по крепости они четкие, сотки с башмаков. Единственный минус у этих болтов, то что их нет на 18. Они есть на 20 и есть, короче, на 16. А вот на 18 башмачных болтов не бывает в природе. Как ни крути, в природе нет таких болтов, друзья мои. У природы есть свои эти... Природа есть свои заебы. Так, шутки шутками. Все я, короче, срезал, все спилил. Вот так вот уже, короче, тут поднаживился. Один болт, и вот второй сделал. Сейчас надо будет полностью круг выровнять, чтобы он был посередине. И надо будет... Так, вот еще один, короче, косяк. Этот, то, что у меня болтов всего 4 штуки. Почему 4? Я не знаю. У меня, короче, были они в запасе. Почему 4, я не знаю. Или даже вообще 3. Нет. 4 новеньких. Вот. Это мне Сергей привозил. В Шарье тогда. Ох, Сергей, тебе огромный привет. Опять одни приветы, скажете вы, Алексей Юрьевич, у тебя. Все с приветом. Ха-ха. А как жить, друзья мои, иначе никак не получается. У нас... С вами вся жизнь с приветом. Ёк-макарёк. Ё-моё, ещё и, блин, пакет в яму улетел сейчас. Что теперь делать-то? Так, ладно. Не знаю, сколько времени-то. Пойдёмте-ка, друзья, время. Глянем с вами, сколько у нас на улице. У нас на улице ровно столько же, сколько и в гараже. Ё-моё, блин. Ещё. Вот. Время, часы, да. Ох, 11:33, я сейчас еще успеваю в магазин сгонять. Сейчас я в магазин сгоняю, если здесь болты есть, то я сегодня, наверное, все болты и закручу. Приварю к ним, знаете, как сделаю. Где-то у меня здесь был один болтик такой. Вот такие вот штуки приварю. Найду, короче, где-нибудь арматуринки такие. Надо поискать ведь именно по размеру и по длине, и по толщине. Длину, толщину, диаметр. Ё-моё, блин. Чтобы было все одинаково. Ха-ха. Там внизу все равно ничего не видно. Какой-нибудь болтик приварю он или какой-нибудь... Да, короче, ключ торцовый разрежу. Чик-чик-чик, нарежу, короче, их. Палочек. Или вот это вот. Вороток. Нет, за это вороток нельзя, короче, использовать. В других целях. Это он у меня для этих... Для регулировки клапанов, друзья мои. Все, сейчас я быстренько переоденусь в 5 секунд. Какой-то диск странный у меня. Зачем-то стойка с этой стороны. А зачем так? Она же должна быть там внутри, по-моему, нет? Или я что-то путаю? Конечно, она же должна вот здесь вот быть. Ой, короче, наделали этих дисков. Все диски разные. Блин, что попало, напридумывали всякой хренотени. Ё-моё, блин. То ли дело камерные диски. В
Все одинаково. Мазовские, камазовские, одинаковые диски, только по ширине разные. И все. И вопросов больше нет. Так, все, друзья, давайте я, короче, за болтами. Блин, я не знаю. Вот эти вот, видите, шляпки-то у них махонькие. Чем так сэкономили? Ну, здесь написано 10,9. А на этом 8,8. А может, у меня и слабнет? Из-за того, что они 8,8. А не 10,9. Блин. Что-то вот сейчас, знаете, лучше, может быть, заказать мне болты. Именно мазовские такие. У нас здесь точно нет. В Шахуне, наверное, есть в магазине. В Йошкар-Оле точно есть. Чё ж я ездил, блин, в Йошкар-Олу, не купил этих болтов? Эх, чудо из Голливуда. Ёрик Макарёлик. Ладно. Ладно, друзья мои, подумаем, посмотрим, поприкинем сейчас, чё к чему. Доеду до магазина, если есть 10,9. Блин, 4 болта таких, 4 таких, что ли, ставить? А они же будут конфликтовать между собой. Одни будут стремиться вытянуться, а другие будут стремиться затянуться. Поругаются, раздерутся. Ладно, посмотрим сейчас. В принципе, если... Если эти болты круга, они 8,8, камазовские, да? Но на КамАЗе же не меньше возят, правильно? Можно и такие поставить, наверное. Так получится 4 таких, 6 других. Раз, два, три, четыре. 8, не 6. Ошибся, Алексей Юрьевич. Надо еще посмотреть, где-то у меня... Может, где-то так валяются такие болтики. Но это не точно. Это вообще не точно. Они должны быть. Но это не точно. Ладно, погнал я, короче, за болтами. А, кстати, трубки все отсоединил. Надо вот еще посмотреть. Вон, видите? Тут все трубки снял. Эту трубку вообще пропилил, когда срезал болты. Ё-моё, блин. Опять убытки. Сейчас на опять трубку покупаю где-то 10 номера. Не знаю, что и делать. Так, купил вот такую вот, короче, очиститель тормозов. Надо будет сейчас обработать, обтереть гайковерт этим очистителем тормозов. Болгарочку. Так, привез такой вот ускорительный кран силы Рославль. По-моему, должен быть даже рабочий. Ставить буду его сюда вперед. А сзади подсоединю обратно этот же. Вот. Что еще? Очиститель тормозов. Маску надо протереть. А то, блин, уронил ее в соляру. Вся, смотрите, какая стала черненькая, новенькая. Но нихера не в нее не видно, блин. Варить начал, ничего не видать. Так, аккумулятор заряжается. Крышку эту снял, потому что здесь греется очень сильно вот это вот. Вообще греется здорово. Вот. Ну, что-то плотность хероватенько поднимается в этом аккумуляторе. Блин, окрутил как сильно, шибко, да. Блин, прям ужас какой-то. Так, болтов, короче, в магазинах у нас, в магазине у нас нет. Дома нашел вот один болтик. Такой вот. Тоже МАЗ 10,9. Один поставлю болт вот этот. Итого у нас получается 6 болтов всего лишь. Всего лишь 6 болтов пока, на сегодняшний момент. Не знаю, еще посмотрю. Посмотрю еще в КамАЗе, в ящичках. А посмотрю здесь, в канистрах. Может, что-нибудь разыщу. Вот. Все, давайте, друзья, сейчас я переоденусь. Круг выровняю по отверстиям, да? Маломальски. Да, кстати, что еще придумал? Вот сюда к кругу, вот в это вот место. Я не знаю, я хотел сначала круг приварить к раме. Ну, чтобы на всякий такой пожарный случай. А потом думаю, да не буду я нафиг варить. А вот, приварю сюда проволочину толстую или арматурину, что-нибудь такое. Чтобы... Ну, чтобы было как бы, как в посадочном месте, да? Как в посадке, короче. В посадках. Так, болтики приварил. Короче, болты на 10 взял, отрезал шляпки. Они и тут как бы вровень. Внутри проваривать не стал. Это, короче, вот это вот только лишь для того, чтобы удержать болт. Ну, чтобы держать...
чтобы не держать шляпку изнутри. Так, очистителем тормозов обработал этот пистик. Пистик стал такой сухой. Вообще классный. Немножечко даже эту, короче, подчистил. Ну и маску, соответственно, маску тоже очистил очистителем. Блин, вообще, видимость стала вообще, была нулевая, стала, короче, стопроцентная. Так, сейчас болтики быстренько у меня остывают. Тем временем сейчас я пошу это, почищу места, где можно было под шайбы, чтобы немножечко очищу, ну и чтобы их приварить-то было как бы это попуще. Шорт. Сейчас все увидите, друзья мои, все я вам покажу. Ну, чуть-чуть попозже. Короче, друзья, я бы вам, честно говоря, не советовал работать после обеда. Не надо, ребята, не советую. Не работайте после обеда, ладно? Это очень чревато очень плохими большими последствиями. Смотрите. Новый болт. Новая гайка. Смотрите, что происходит. Крутится и крутится. Кручу, верчу, запутать хочу. Вроде, о, вроде бы все стало затягиваться. Не стало. Короче, откручиваем. Смотрим, что произошло. Если у нас на болту написано 9, 10 и 8, это что такое значит? Значит, гайка фуфло, что? Или болт? Так. Одной рукой откручивать, закручивать неудобно, поэтому все так произошло. Блин, а так мне никак камеру не поставить, она шурды-булды упадет. Смотрите. На болту написано МАЗ 10,8. Ну, здесь приварено, ну уж поверьте, это заводские, вот стандартные мазовские болты. Сорвал резьбу. 18-й болт. На гайке резьба как новенькая. Крутил вот с такой вот трубой. Вот. Не простым, конечно, ключом. Не подумайте, не настолько я силен. Но, блин, сорвать резьбу с таким маленьким усилителем, это что такое-то? Что за болты-то такие, друзья мои? А потом удивляемся, почему у нас одно полетело, другое, пятое, десятое, да? Ёк-макарёк, что делать-то сейчас? А была такая надежда. Ё-моё-мо. Ладно. Сейчас я попробую еще парочку-троечку также затяну от души. И потом видно будет. Давайте сейчас вот этот болт сразу же протянем. Как бы камеру-то, блин, поставить, а? Подает она, понимаете, в чем дело? Свалится? Если свалится, я не виноват. Так, 5 секунд. Перчатку надо где-то. Куда я за камерой доходил, перчатку, блин, оставил где-то. На запаске. Перчатка осталась на запаске. Вот сейчас мы с вами и посмотрим, кто крепче и сильнее. Болт или ключ. Ну, я как бы постарался затянуть-то. От души охота ведь затянуть-то, да? До конца. Пока не остановится. Все. Представляете? Что это такое? Ё-моё, блин. Ох-ох-ох. Где мне болтов-то набраться? Thank you.
Да. Эти болты, друзья мои, были куплены в городе Шарья. Все. А нет, смотрите-ка. Здесь на болту резьба сохранилась, а на гайке износилась. Смотрите, здесь на болту нормальная резьба осталась. Не знаю, видно, не видно вам было. На гайке, короче, резьба срезалась. Вон, видно? Да хрен знает. Не знаю, видно вам, не видно было, блин, вообще что-то. Ай, блин, а. Так, ладно, давайте будем... Возьмем тогда вот этот болт и вот эту гайку. Она вообще не идет. Туго идет. Плохо. Нет, хорошо идет, но недолго. Вот это, друзья, подтягивается сейчас. Вроде бы. Вот. Этот болт подтянулся. Когда что будет-то? Все, остановился. Чего вы мне прикажете еще и болты, блин, методом тыка, что ли, тут? Подыскивать. Это что такое? Болты с гайками. Ребята, так дело не пойдет. Надо что-то менять. Надо следить за качеством, ребята. Масс выбито все 10,8. На болте, видите, резьбы нет. Круто. Круто, да? Селище богатырское после обеда привалило. Ладно, будем искать. Короче, будем прикручивать. Надо вот... Здесь я тоже все зачистил немножечко, маломальски. Ну, все отверстия зачистил. Сейчас здесь буду тянуть. Здесь я без усилителя подтянул. Надо... Че вот на такое фуфло нарвешься, и все, трындец. Трындец на холодец. Так, сейчас поставлю один болтик старый. Вот этот вот. Нет, не этот. Или у меня один упал в этот. А, как он называется, в яму? В яму болтых, чебултых. Так, сейчас все, давайте крутим. Так, друзья, это, короче, один какой-то попался болт кооперативный. Вот, знаете что? Вот масс. И вот здесь тоже выбито. Да, ребят, также выбито масс 10,9. На сорванном-то. Но... Он какой-то кооперативный, потому что все остальные я закручивал вот еще вот этим ключом, дополнительный усилитель, да? Я потерял же тогда трубу. Короче, вот этим ключом, трубой и дополнительно вот этим. Умаялся, как этот, как лешак, но, друзья, закрутил и как бы закрутил не слабо. И все, закрутилось, вообще четко затянулось. Ни одного болта больше не сорвал, ни одной гайки не сорвал. Это, короче... Я, видите, гайки, может быть, перепутал. Короче, вот это был один и тот же, короче, кооператив, друзья. Вот. Сейчас еще вот этот болтик куда-нибудь поставлю. Примастырю.
Тут можно поставить вот сюда раз, два и вперед три, четыре. И все, больше, больше болтов пока не поставить, потому что там рама не даст. А вот сюда можно закрутить сразу же сейчас еще один болтик. Ух, туго-натуго крутим, тянем. Гаечка куда-то вот одна пропала. Надо, короче, в передачу «Жди меня» письмо писать. В поисках... А, вот она, все. Не буду вам передачу писать. Нашел я гаечку, друзья мои, так что... Все, сейчас, короче, этот болт. Они встретились, это брат и сестра. Сейчас они, короче, будут жить вместе всегда. У них одна родинка. В одном месте, ё-моё! Короче, друзья, трещотка у меня же, ручка сломалась, да, на новой трещотке? Думаю, блин, затяну сейчас. Также взял он трубу, этот ключ, головку. Тяну, короче, херак, у меня опять резьба сорвалась. Да ядри твой корень, думаю, блин, болты ведь уже проверены, как бы, блин, тут вообще как бы надежность стопроцентная должна быть. Потом смотрю, ё-моё, а у меня вороток, видите, какой был сделан. Из болта провернула, короче, все шлицы, болт завернула. Ё-моё, блин. Ребята, не надо работать после обеда. Очень силища богатырская просыпается. Ё-моё, блин, все ключки изломал, воротки изломал. Ядрит твой корень. Сейчас после обеда, думаю, дай, думаю, сейчас наварю. У меня же вот этот переходник-то есть же на большую эту. Форса написано. Все, я, короче, сюда наварил, обточил и отломил. Видите как? Все наварил, сделал, короче, под эту, под трещотку, под большую. Все равно все отпало. Все пропало, друзья мои. Не знаете, как быть теперь? Какие-то чудеса происходят, неописуемые. Так, все, у меня болты кончились. Шайбы остались, а болты кончились с гайками. Надо будет, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь болтов. Но я сейчас эти шайбы проварю. Эти шайбы все проварю, которые я поставил, да? Что тут? Ну, не знаю, как получится. Как получится, так и проварю. Не будем, короче, загадывать вперед, как говорится, как Бог приведет. Все, сейчас я сварку сюда протягиваю. Ох, маску я же починил. Ё-моё, не надо было ломать, да. Не надо было ее купать в этом, в солярке. Ладно, сварку протягиваем. Надо не забыть на прицепе массу выключить. Кстати, ребята, никому не рекомендую заниматься сварочно-болгарочными работами во время зарядки аккумулятора. Может, короче, очень сильно на букву «У». Ушататься аккумулятор. Было у меня такое. Сварка резал также возле прицепа. И аккумулятор сорвался, блин. Кобзда, короче. Давным-давно это было. Так, друзья, так вот приварил шайбу. Видно, не видно. Сейчас здесь покажу. Короче, 5 штучек приварил. Получается, да? Вот это вот тоже приварил. Вроде получилось аккуратно, на первый взгляд даже так неплохо. Мощно получилось, очень мощно. Так, передний бампер. Вот тут немножечко прихватил, прорезал дыры, ну щели. Сейчас проварю, все зачищу. Надеюсь, еще походит. Снизу проварю, шинок какой-нибудь пропущу. Или шинок, или какой-нибудь усилитель. Не знаю, вот здесь тоже трещины. Трещины вот здесь вот. Ну, видите? Это вообще передний бампер, блин. Трескается. Не знаю. Хотел же обрезать вот так вот, да? В предыдущем видео говорил. Не знаю, посмотрю, может быть, обрежу. Но там надо починить по-хорошему. Сейчас. Сейчас, короче, починю, покажу. И вам покажу, как сделал. Блин, сварка. Сварка у меня упала, и давай валяться. Юрики Макадюрик. Так, друзья, такие вот швы получились. Сейчас я это все зачищу. Красить, наверное, не буду, конечно. А зачистить зачищу. По крайней мере, попытаюсь зачистить. Чистить буду простым кругом, лепестковым. Вам это вообще не интересно. Блин, а вот эту штуку же еще приварить. Ё-моё, блин.
Ой-ой-ой, сколько дел, сколько дел. Короче, этот лепестковый круг, друзья, такая фигня, им только ржавчину чистить. Шкурил, шкурил, маялся, маялся, все равно, он, видите, шрамик какой остался. Ох, ребята, надо, короче, произвести косметическую операцию. Хотя, знаете что? Шрамы же мужчину украшают, да? Сварочные швы только украшают прицеп. Это все, короче, норма. Все отлично, друзья мои. Так, произошла, друзья мои, подлая подлость. Села батарейка в камере. Блин, куда-то я дел эту селфи-палку, блин. Куда делась? Не в машине, не в гараже. Так, села батарейка, блин. Что хотел сказать, совсем забыл. Ладно, давайте на сегодня закончим. Давайте, знаете что? Где у меня перчатки-то хоть? Ё-моё, кто хоть знает-то? Ребята, вот они. Сейчас проверим, короче, аккумулятор. Что-то у меня аккумулятор плохо заряжается. 5 сек. Неужели он так подсел? Сегодня целый день заряжается. Плотность была вообще... Ох, нет, ребята, нормально. Видно, не видно вам бот? До красного сектора плотность дошла. Да. Ладно. Смотрим дальше. А здесь нифига не дошло. Ну нет, поднялась немножко. На чуть-чуть. Да, подошла к красному. Видите, уже ближе к красному. 1,2. Плотность 1,2. Ну, 1200. Здесь чего? Это же самая картина. 1,2. Почти что. Ну да. Здесь вот похуже. Он у меня сегодня целый день стоит на зарядке. Что-то я сейчас-то не посмотрел, он вообще кипит, не кипит. Он даже не кипел. Понимаете? Ага, вот здесь тоже уже повыше. Вообще, где желтенькая была, вот там вот, короче, это. Ой, ну давайте уж за одним уж эту банку проверим. Последнюю. Нет, здесь маловато. Не знаю. Нифига не кипит. Нет, есть какие-то маленькие-маленькие бульбульки. Вообще малюсенькие бульбульки, короче, есть. Еле заметные. А, сейчас я его отключу, а завтра включу на день. На ночь не буду оставлять, потому что это все-таки, друзья мои, электроприбор. Это не хухры, понимаешь, не мухры. Так что вот. Сейчас сколько я здесь еще? Ну, сейчас уже не буду, наверное, больше шариться. Сейчас закончу это все хозяйство. Подумаю, что насчет болтов. Что сделать с болтами. Где брать? Надо бы в Йошкар-Олу, наверное, ехать. Из-за одних болтов неохота ехать. Позвоню, может быть, завтра. Может, в понедельник кто-нибудь поедет. Завтра у нас воскресенье. Вот. А так, в принципе... Видите, я, знаете, что еще хотел? Я хотел... прикрутить все болты и, ну как, не прикрутить, а, допустим, одну шайбу приварил, перекрутил на другую шайбу, другую приварил, третью, пятую, десятую, ну, как-то мне неохота маяться уж, знаете, закрутил от души, приварил и оставил. Вот так должно быть. А не так, что одним болтом все шайбы прикрутил, все приварил, а потом ставь болты другие. Это тоже, не знаю, как-то мне это мало не впечатляет меня такой, короче, расклад событий. Вот в чем дело, друзья мои. Сейчас мне можно что-то трубки уже подсоединять. А, можно подсоединять трубки вот сюда вот. Ну-ка, что пальчиком потрогаем? Остыло? Остыло. Ха-ха-ха. Вот так, это длинная трубочка сюда у нас идет. Коротенькая сюда. Опа.
Все вот так вот прикрутится. Вот. И можно будет подсоединять эти ускорители. Делать, короче, как было. Ну и все, в принципе-то. Все, давайте, на сегодня закончим. Давайте, всем счастливого пути, всем удачи на дороге. Всем пока. Подписывайтесь на канал.